большую задержку. Ну, надеюсь, что я не удалил никого из тех, кто был эксперт, просто хотел себя написать каким-то именем без фамилии, кого я не знаю. Если что, прошу прощения. Ну, я думаю, вы сможете подключиться, ну, они смогут подключиться еще раз. Если кто-то знает таких людей, скажите мне, будем их подключать. Проекты подключаются, те, которые после Ромы будут выступать, эксперты тоже, поэтому я предлагаю начинать. Рад видеть всех сегодня здесь. Сегодня у нас ежемесячный стартап Линч, который проходит вот уже более 10 лет каждый месяц. Конечно, мне больше нравится собираться очно у нас на площадке, но, к сожалению, пока что обстановка не позволяет, поэтому собираемся, как собираемся, со всеми плюсами и минусами такого формата. Для тех, кто никогда не был на Линче, расскажу, что это. То есть у каждого проекта, который зарегистрировали, сегодня будет всего 3 проекта. Это Роман Сергеев Ком, Мерч-Мерч и Пофимэп. Будет 5 минут на выступление, после чего я прошу каждый проект в конце озвучить какой-то запрос к залу. Да, там в зале есть мы, это консультанты и эксперты бизнес-инкубатора Ингрия, также наши внешние эксперты и гости. Да, то есть те, кто считает себя, что он эксперт сегодня, я попрошу их представиться и рассказать пару слов о себе, чтобы было понятно, кто сегодня есть на мероприятии. Вот, соответственно, после этого проект выступает, говорит такой запрос к залу, и мы ему там в течение 10-15 минут даем обратную связь и стараемся всячески принести пользу. Начну с себя, меня зовут Кирилл, если кто не знает, я работаю в инкубаторе уже больше 5 лет. Сейчас я отвечаю за экспертизу входящих проектов, за общение с корпорациями, за организацию стартап-линча, ну и там некоторые другие сторонние проекты. Коллеги, пожалуйста, пару слов о себе. Будет здорово, если будете включать камеру. Коллеги, я имею в виду те, кто сегодня как эксперт пришел. Вот, представьтесь, и после этого мы начинаем. Мне нужно вызывать к доске. Не стесняйтесь, кто-нибудь, представьтесь. Доброе утро. Могу включить видео сейчас на время интродакшена. Да, меня зовут Евгений Краснов. Я относительно недавно стал ментором инкубатора. Я партнер юридической фирмы Busco Legal. Мы находимся в Петербурге, базируемся в смысле. Я юрист по американскому праву и специализируюсь на стартапах, сопровождении раундов финансирования, интеллектуальной собственности и других вопросах, актуальных для стартапов, которые выходят на международные рынки. Первый раз на Линче. Спасибо за приглашение. Будет очень интересно послушать презентации. Спасибо, Евгений. Наташа, я вижу, ты уже включила камеру. Ты, наверное, хочешь сказать что-нибудь? Да, я просто не успела своевременно найти Zoom в свернутых ситуациях, поэтому я позвала своевременно на зов. Всем привет, я Наталья Рождественская, консультант проекта «Бизнес-инкубатор Ингрия». Помню Ингрию, еще когда она была вот совсем вот маленькой. Вот, соответственно, я веду направление ритейла, эстеха. Вот, в Ингрии. Так что, в принципе, если у вас есть какие-то идеи, предложения или нужна какая-то помощь, то обращайтесь, постараюсь помочь. Вот. Ну, я речи про себя не очень так говорила, извините. Спасибо, Наташ. Всем привет. Алена Чарсова. Я за HR-направление. Все, что связано с подбором персонала. 3 года, 4 уже работаю в агентстве, то есть я внешний такой эксперт приглашенный. Впервые на Линче. Подбираю персонал, собственно, узкопрофильный, не масс-подбор. Если будут с этим вопросы, постараюсь помочь. Спасибо. Добрый день. Слышно? Добрый. У меня просто проблемы со связью. Да, я финансист, и, соответственно, помогу на любой стадии любых просчетов, как при определении цены, так и вообще доходности бизнеса, ну и вообще любые вопросы, связанные с сопровождением финансовыми расчетами. Окей, здорово, спасибо, Яна.
Если кто-то еще хочет представиться, давайте там последний представляющийся эксперт, и на этом уже перейдем к вопросам-ответам, если что, потом по ходу представимся. Антон? Да-да-да, всем привет, видно, слышно меня, да, хорошо? Да. Собственно, меня зовут Антон Титов, я партнер агентства Tech Advisory, который помогает стартапам привлекать следующий раунд инвестиций и подготавливаться к ним. В ITMO я заместитель декана по инновациям и тоже внедряю развитие стартапов, чтобы студенты вообще защищали свои проекты как стартапы, как дипломы. И также партнер Founders Institute, акселерационные программы в разных городах. В Венгрии давно, ну как давно, последний там, может, год мы активно проводим мероприятия, проводили, да. В общем, тоже всех приветствую. Окей, хорошо, спасибо. Я-то предлагаю, мы и так чуть затянули, к сожалению, предлагаю начинать. Давай, Рома, начнем с тебя по порядку. У тебя 5 минут на презентацию. Входи, расшаривай экран. Всем привет еще раз. Так. Видно, да? Да, все видно. Отлично, отлично. Наша страсть, то, чем мы занимаемся, и то, чем мы прям очень любим заниматься, это книги. И каждый год в мире издается очень много книг, и с каждым годом это становится больше. И сейчас, мне кажется, это такой как бы пункт, который многие хотят сделать, написать свою книгу. И из этого всего многообразия книг, как российских, так и международных, ну, у нас буквально не хватает на это времени, потому что времени у нас все меньше, книг все больше, потребность, желание изучать есть. И мы решаем эту потребность. Мы создаем анимационное видео, summary, где за 10-12 минут показываем основные идеи из книг в формате анимации. Можешь посмотреть это видео и понять основные идеи, и уже что-то применить в жизни, в бизнес и так далее. Вот. Либо обсудить с коллегами, потому что ты понимаешь контекст этой книги. Некоторые идеи, которые тебе нравятся, цепляют, тебе хочется изучить больше, и поэтому ты уже покупаешь саму книжку и уже изучаешь. Либо ты понимаешь, что эти идеи банальны и не тратишь на это время, и смотришь другое. Потребление видеоконтента – это сейчас один из основных способов потребления, в принципе, контента. Это около 80% всего потребления. И, например, один день Ютуба смотрит 100 тысяч лет, ну, в человеко-часах, если измерять. Это сейчас. И поэтому мы, у нас есть Ютуб-канал на русском языке, у нас 350 тысяч подписчиков в Ютубе. Лучший бизнес-блог года, работаем с авторами, с издательствами и производим анимационный контент. Ну, основное то, на чем мы делали бизнес и зарабатывали, мы делаем анимационные видео для компаний, но сейчас нам начали, даже еще до этого кризиса всего, начали поступать запросы. Ребята, у вас очень крутой видеоконтент, а можем ли мы это делать в формате курсов для наших корпоративных университетов? Там, например, Теле2 был запрос, там, для других корпоратов тоже. И мы как-то вроде в этом рынке находились, но сейчас как-то больше на это сфокусируемся. Это первое. Второе, мы напрямую с командой Ютуба из Лондона общаемся. Они тоже говорят, ребята, вы детишни, давайте больше тем охватывать и круче все это доносить и работать с этим. Вот. Мы создали сейчас продукт, которым занимаемся. Это мобильное микрообучение. Что это означает? Что есть идеи из книжек, и мы упаковываем это в формат курсов. Видео там можно упаковать всю теорию за 10-12 минут, показать основные мысли. Плюс можно из книжки взять все практические инструменты, которые есть. Ну, не все, но основную часть взять и сделать в формате микрокурсов. Соответственно, ты понимаешь теоретическую часть, плюс ты можешь сразу что-то практически пройти, потренироваться, посмотреть. Вот. Из-за того, что это смешанный формат, где там видео, иллюстрации, лонгриды, тесты, кейсы, тебе это не, ты не прокрастинируешь, и тебе это интересно, вот как мотив игры такой, который еще с детства у нас есть. Поэтому тебе это легко проходить. По поводу нашего продукта, что у нас сейчас получается? У нас есть такое производство, и как можно использовать наш продукт? Да? Можно прочитать, например, книжку. Ну, мы не против, чтобы люди читали книжку, это зачастую занимает очень много времени. Иногда там можно книжку за день прочитать, а можно ее целый год лежать на полке, ты ее не прочитаешь. Вот, поэтому мы делаем текстовую часть, ты можешь summary прочитать, ты можешь аудио послушать, видео на канале посмотреть или в формате микрокурса пройти, да, то, где мы зарабатываем деньги. В текстовом формате он лежит бесплатно, сейчас на нашем сайте, сейчас на Дзен будем публиковать больше, мы привлекаем себе трафик.
аудио summary. Мы на платформах находимся, на Storytel можешь послушать, на Litres, на MyBook и на других платформах. Мы с этого получаем монетизацию от количества времени, которое ты слушаешь. YouTube-канал — это бесплатный доступ. Мы получаем трафик и монетизируем YouTube-канал. Ну и последнее — это мобильное микрообучение. То сейчас мы планируем и сейчас уже зарабатываем деньги на этом. Наверное, следующее, кто наши клиенты, все-таки лучше сказать. По поводу микрообучения и видео. Мы общаемся с корпоратами, это крупные компании, например, там Открытие и так далее, Сбербанк, у кого есть свои корпоративные университеты и большой штат сотрудников, которых нужно обучать, доносить ценности, компетенции. Они что делают? Покупают доступы в библиотеки, люди особо не читают, вроде как бы надо эти ценности распространять, и поэтому формат мобильного микрообучения с классной графикой и так далее им очень нравится. Первое, можно доносить мысли, это классно позиционирует компании, в том плане, что они доносят ценности, по которым они работают, и плюс в современном классном формате. Это по поводу B2B. По поводу площадок, то, что я говорил, это онлайн-сервисы либо с книгами, либо с контентом, такие как Мегаго и так далее. И вот сейчас мы смотрим еще в сторону онлайн-сервисов с курсами. B2C — это наша аудитория нашего канала. Те, которые нас смотрят, слушают, мы можем продавать и продаем им наши продукты. Вот. Производство такого контента занимает очень много времени, и поэтому мы в Ингри стараемся производить контент с помощью нейросетей и применяем алгоритмы искусственного интеллекта для производства контента с помощью нейросетей. Например, синтез речи, где-то сейчас с текстами работаем, периодически гранты получаем в Ингри, поэтому там от Амазона получили грант на обучение серверных мощностей. Поэтому это очень удобно. Самореализация, мы это видим этапами, мы не видим полного замещения моментально, мы к этому сейчас адекватно относимся, но при этом некоторые этапы можно упрощать, плюс сейчас тоже на грантбортника подались с Егором. И идея в том, что мы можем каждый этап степ-бай-степ улучшать, делать проще жизнь людям, кто участвует в производстве, и увеличивать скорость и эффективность этого эффективность нашего продукта с точки зрения времени производства и его качества где-то. Вот. Какой у нас запрос? У нас запрос. Первое. Мы сейчас планируем на все то же самое запускать на английском рынке. И мы уже запустили канал на английском языке. Очень так здорово обращаться к спикерам, к авторам книг. Им так нравится то, что мы сделали, они с удовольствием нас поддерживают, поэтому мы сейчас уже начинаем с ними общаться и создавать контент на английском языке. Вот. У нас идея в том, что у нас есть контент на английском, и мы можем связываться с инкубаторами, с технопарками американскими, либо европейскими, и мы можем уже даже начинать со знакомства, с общения и предлагать им это бесплатно. Для использования внутри их обучения, плюс если у них будут желания и так далее, мы можем создать какой-то продукт совместно. Либо они могут с переводом участвовать, либо с озвучкой, либо еще где-то, либо искать, например, партнеров для интеграции, потому что, с одной стороны, у нас есть известные спикеры, авторы книг, а с другой стороны, у нас есть контент, который для обучения здорово и для позиционирования тоже интересно. Сейчас с Аленой и с Ниной планируем связываться с инкубаторами, с технопарками и с ними знакомиться, посмотрим, что им нужно, насколько им интересно это применять наш контент у себя, хочется познакомиться, пообщаться. Вот. Поэтому там очень хотим на рынок Штатов, англоговорящий мир, и сейчас это делаем. Вот. Второе — это корпораты. Мы не со всеми корпоратами сейчас пока общаемся, идем шаг за шагом, поэтому знакомство с корпоратами и с теми, кто отвечает за обучение своих сотрудников, как внутреннего, может быть, так и внешнего, нам это очень интересно, нам есть что показать, предложить. У нас есть решение, плюс мы много сейчас того, что реализуем. Поэтому либо за запуск пилота, либо здесь и сейчас то, что можно уже показать и можно уже прямо сейчас применять. Это по поводу российского рынка. Вот, это второе. Третье — это также работа с грантами и субсидиями для компаний таких, как мы. Мы все-таки малый бизнес, все везде штормит, и мы нуждаемся в этом. Поэтому если есть какие-то возможности, где мы можем использовать гранты, либо субсидии, либо что-то еще, мы активно в этом участвуем. Там, где участвуем, мы видим хорошие результаты. Вот. Четвертое – это здорово, мы резиденты Ингри, работа со студентами, возможность брать их на практику, и мы их обучаем, они нам помогают, и это очень сильные связи можно здесь создавать. Нам в первую очередь нужны… Роб, извини, да. Роб, я тебя прерву на секунду, ты практически идеально уложился в тайминг, уже целых 8 минут, вот, поэтому, в принципе, я думаю, все видят твои запросы, давай чуть больше времени дадим на то, чтобы тебе дали какую-то обратную связь.
Вот, да. Если что-то еще... Ну, это же правильно я понимаю, что это последний слайд? Или да, да, еще? Да, да. Со званием наших клиентов. Да-да-да, я тоже сначала немного не понял. Ну, окей, да, просто чтобы было больше времени на какие-то комментарии, обратную связь, поэтому давай пока на этом закончим. Да, да, да. Какие-то дополнительные вопросы, в принципе, это все видит. Спасибо, Рома, коллеги, комментарии, вопросы, пожелания проекту. Ну, ладно, пока все собираются с мыслями, я спрошу. А по поводу корпоратов ты говорил. А, еще раз, я просто немного отвлекался, тут пытался разобраться с тем, кого добавлять, кого не добавлять, вот, чтобы не повторялось никаких таких вот вещей, которые были в начале. По поводу корпоратов, кого вы ищете и что вы конкретно для них делаете? Ищем крупный бизнес, у кого есть корпоративные университеты свои, которые обучают своих сотрудников. Все те, у кого есть подписка на МИФ, Альпина и так далее, на книжные издательства, это наши клиенты. Потому что мы им предлагаем мобильное микрообучение, когда книжки не просто ты покупаешь подписку и никто из сотрудников не читает, а мы продаем доступ тоже по подписке для корпоративных университетов. Соответственно, они могут видеть, отслеживать, как проходят сотрудники, как они увлечены, собирать с них обратную связь. У нас есть уже обратная связь от корпоратов. Им очень нравится сам формат. Ну и как бы видеть, что они применяют что-то в жизни и в бизнесе. Здесь очень важно по поводу в жизни применяют, потому что сейчас ситуация вообще это стресс. Вот. И люди все равно, их нужно поддерживать именно well-being, в такое внутреннее хорошее состояние. И часть нашего контента это очень хорошо делает. Ну, например, там запросы были там организовать работу в течение дня, да, как не прокрастинировать, не откладывать важные дела на потом. А с кем, например, из корпората вы уже делаете? Мне просто, чтобы понимать примерно, как это выглядит. Смотри, сейчас с открытием, открытие безумно понравилось, у них много разных есть этих департаментов, отделов и так далее. Это первое. Второе, они рассказали Сколково такие, блин, как здорово, начали написали SkillCup, говорят, мы там слышали, у вас там курс Романа Сергеева запускается, мы очень хотим с ними познакомиться. Вот, сейчас Сколково отправили всю информацию. Вот, потом Евраз еще хорошая обратная связь, Тельдвашникам очень нравится, Газпромнефть делали пич тоже. Вот. Ну, то есть я правильно понимаю, что вы берете какие-то книги, которые на которые у вас уже записаны, и каким-то пакетом продаете просто в корпорацию, чтобы сотрудники их слушали? Да, все верно. У нас, это доработанный продукт, это не просто видео. Видео длится всего, сейчас покажу. Видео длится 10 минут, а сам курс занимает 60 минут среднее прохождение. Поэтому там, помимо теории, там мы берем практику, инструменты, да. И можно, понимаешь, какие навыки ты из этого получишь. Например, проходишь микрокурс по скорочтению, да, по книжке, ты понимаешь, как работать с информацией, что скорочтение – это не просто читать очень много букв в единицу времени. Это метод работы с информацией и нахождение главного по твоему запросу, да, как это эффективно сделать. Ты узнаешь там три упражнения, с помощью которых ты сможешь развивать навыки скорочтения, чтобы увеличить там в 5 раз скорость восприятия текста. Снимешь какие-то ограничения себе и поймешь какие-то ограничения, чтобы с ними дальше работать, да, и за час времени ты получаешь понятный результат здесь. Вот, поэтому это не просто ты смотришь видео и как бы посмотрел, классно, и пошел дальше, как обычно делают, а именно получаешь конкретные навыки. Вот. Да, мы формируем список из книг и микрокурсов, по которым у них там есть навыки, которые ты получаешь, что ты поймешь, чему ты научишься. Да. Окей, я понял. Я что-то не вижу вопросы в чате, и вообще вот у нас 30 человек онлайн. Кто-нибудь неужели ничего не хочет посоветовать Роме или что-нибудь сказать? Я в шоке от такого классного питча. Слушай, нужно обязательно, мне кажется, как-то попробовать с «Газпромом» их свести, потому что у них есть подписка на «Альпину», и они как бы есть библиотека. И если у ребят с «Газпромнефтью», не знаю, какой там статус, можем потом обсудить, можно попробовать еще раз закинуть, если там не срослось изначально, когда они общались. Вот, или там не довели до конца из мыслей. И, Ром, мы готовим, мы уже все сделали практически, подготовительные работы, и сегодня начнем рассылку по базе инкубаторов и технопарков. Идем на мир вот. Захватывать. Да, пойдем захватывать мир. Прости, что не отвечал на твои сообщения. По поводу «Газпрома», да, это здорово, здорово. Там по корпоратам там какая есть, по корпоратам какая штука есть, да, нужно с разных периодически пробовать, потому что иногда бывают люди, это тоже люди, и люди по-разному
могут... Ну, кто-то забыл, кто-то еще что-то потом оставил. Ну, как бы, знаешь, нам нужен результат. Нам результат нет, тоже результат. Нам да, нет и так далее. Нам больше всего не нравится, знаешь, когда там все круто, все здорово, а потом где-то что-то буксуется, так я че, почему. Но... Поэтому, да, я говорю, если корпораты, у которых есть запросы, у которых есть потребности, или знаете людей, которые нам они очень нужны, нам есть что им показать. Прямо здесь сейчас. Ну окей, ну я не знаю, в принципе, мы про тебя, мы, я имею в виду Ингрид, про тебя все знаем. Вот, если у внешних людей-экспертов, которые сегодня присутствуют, никаких вопросов, советов нет, тогда я предлагаю двигаться дальше, если что. Да, я единственное, что запрос тоже дам сейчас, который я последний не озвучил, это если, Кирилл, ты, либо те, кто слушает, знают ребят, либо человек, кто работает с фронтендом, нам нужно, мы планируем, ну, то, что я показывал, используя наши алгоритмы, мы хотим создать, ну, веб-интерфейс. Веб-интерфейс, с помощью которого можно работать с текстами. Это для внутреннего производства. И нам, соответственно, нужен разработчик фронтенда. Либо человек, либо команда. Поэтому, если кого-то знаете, кого-то можете порекомендовать, мы ищем такого человека. Мы готовы платить деньги. Ну да, я как раз увидел тут в этом самом в чате вопрос от Влада Скуришина по разработчикам. Сколько, какой стек, какие позиции? Влад, так понимаю, ответили, да, на ваш вопрос? Если что, можно не стесняться, задавать голосом. Включаем микрофон, задаем вопрос. Не обязательно писать в чат, как бы пока можно поговорить. Не, а так по поводу, кстати, грантов, очень здорово, что Кирилл тоже с тобой получали на Amazon грант и на Яндекс то, что получали. Это действительно помогает для разработчиков. Алло, алло. Да. Всем да, привет. Вот. Да, по разработчикам, соответственно. Я могу найти, в принципе, фронт-энд разработчиков, то есть, не знаю, если кто-то здесь есть, я в Ингере иногда помогаю с поиском разрабов, то есть джунов, медлов, в зависимости от вашего, так сказать, желания. Вот. Ну и, соответственно, могу помочь с, в принципе, технической составляющей, с консультацией по тому, как вывести быстрый MVP. То есть по разработчикам можете писать мне, но мне нужно, соответственно, кто нужен, какая позиция, какой стек, есть ли вообще стек или нужно подсказать, да? И, то есть, ну, в принципе, количество человек и какие условия, есть ли вообще сейчас какие-то условия. Да, можно так. Кирилл, у тебя есть, да, контакты Влада? Ну вот я не уверен. А можно просто в чат тогда, Влад, контакты сделать? Да, да, здесь закину. В общей, чтобы у всех было. Хорошо. Ага, спасибо большое. Спасибо, да. Если я могу дать какой-то фидбэк, да, Роман, ну, все выглядит здорово. Меня немножко... То есть я ничего не знаю про эту индустрию, но смущает немного такой спектр направлений. И по крайней мере, в плане презентации немножко теряется, да, какой все-таки основной фокус. И если там вот B2B, да, B2C, такое впечатление, что вы пытаетесь сделать все и сразу. И если на это еще наложить цель выйти на американский рынок, что подразумевает, да, полный переход на англоязычный контент, да, и, в общем, все те методы работы, которые приняты там, то просто хотелось бы услышать все-таки, какое там наиболее перспективное направление, может быть, наиболее прибыльное направление, и вот конечная цель, да, это остаться вот в русскоязычном сегменте и работать с высокопрофильными компаниями, либо как бы в конечном итоге перейти на англоязычные, там, американские или другие рынки и работать там? Ну, основное направление — это education. Наша самая сильная компетенция в том, что мы, с одной стороны, круто работаем со смыслами, с другой стороны, с графикой. И пересечение смыслов и графики оказывается просто единицы людей и компаний, которые это делают. За счет этого мы можем с любыми международными известными спикерами, которые есть, книжки, мы со многими лично знакомы и без проблем можем с ними знакомиться. Например, там один из разработчиков стратегии Голубого океана говорит: Роман, офигенный продукт, офигенный контент, я хочу видео на свою книжку. Ну вот. Какой рынок? Англоговорящий. Нам, естественно, нам интересен этот рынок, и я не вижу смысла. Русскоговорящий рынок только потому, что мы здесь уже находимся, у нас уже есть что показать, у нас есть известность здесь. Не более того, основной фокус — это англоговорящий мир, и это Штаты. Это прям основной фокус, это туда, только туда. Такой продукт — это образовательный контент, education контент, это микрокурсы, и в зависимости от платформы, от форматов и так далее, мы можем это адаптировать. Вот. По поводу контента и английского языка, да,
Это, во-первых, занимает много времени, все это производство, это первое. Второе, но адаптация не так сложна, как производство самого контента. Вот, поэтому мы уже там перевели часть с носителями языка, с дикторами, с носителями, с авторами книг, очень прикольно. Там, вот Лоретта Браунинг, «Гормоны счастья» из Калифорнии, так я говорю, Роман Сергеев Ком, ребята, спасибо, очень круто, прям видео добавили, классное позиционирование. Вот, а дальше, да, дальше два продукта есть основных. Первое — это видео для бизнеса, потому что препарат надо заказывать себе, им нужно такие видео создавать для того, чтобы объяснять либо продукт, либо компании презентации делать, да, это первый продукт. Второй, основной продукт — это education, создание микрокурсов. Ну, либо микрокурсов, либо уже таких более серьезных курсов, там, где... Да, понятно, хорошо, да, спасибо. Ну, я это говорю к тому, что, ну, насколько по моему опыту известно, это в Америке при таких питчах хотят слышать, вот, что вот мы делаем вот это, да, мы это уже знаем, что это работает, да, вот рынок потенциальный там, и вот какие уже у нас есть результаты. То есть если вы вот знаете, что это образовательный контент для там, вот эти микрокурсы и так далее, то есть я бы в питче просто сделал акцент на этом, а все остальное может быть либо убрал, либо как-то, ну, может, упомянул, но кратко, чтобы... Да-да-да, ну, чтобы у инвестора потенциального закрепилось в голове после питча, что эти ребята, они про это. Ну, как обычно говорят, да, там, we are the Google of там, education, да, we are the Uber of medicine, то есть так, как бы простые очень идеи, которые вот закрепятся у инвестора в голове. Ну, учитывая, что он знает специфику рынка и так далее. Вот. Но не, в целом все здорово. Коллеги, а можно еще одно уточнение? У меня, к сожалению, было прерывание звука посередине, поэтому я не очень понял. Вы продакшн все-таки, да, как на потоке, или вы выбираете сейчас направление, чтобы упаковаться в одно из представленных на слайде, типа B2C микрокурсов, например? Да, мы продакшн, но у нас больше 30 человек в продакшене, это художники, аниматоры, люди, кто со смыслами работает, но мы хотим производить продукт для себя. Это означает, что мы производим продукт, дальше его продаем. До этого мы производили продукт для кого-то, и дальше они там что-то делают. Сейчас мы включаемся на том, чтобы создавать продукт, вот эти курсы, образовательный контент, и дальше его монетизировать. Долго, постоянно. Опыт курс МОС видели? Сейчас пришлю в чат, как это, ребят, называется. Не помню. Петербургского происхождения бизнес-ангел Евгений Медведников вложился в этот стартап лет 5-6 назад. Микрокурсы продавали на весь мир по 9 баксов подписка за месяц. Очень тяжело было с... Ну, может быть, там на каком-то другом домене, может, IO или что-то такое. А, может, уже и сдохли. Так, да, похоже, они скончались. Ну, в общем, все было сложно. Не выбирайте модель монетизации за очень дешевую подписку, потому что есть... Либо у вас не будет авторских отчислений никаких, в таком случае, тогда вы выживете, либо вам придется прям испытывать челлендж и огромные кассовые разрывы в моменты, когда вам придется отчислять авторские и, соответственно, учитывать все платежные издержки. Вот. Как занять правильную нишу без сжигания большого количества денег? Посмотрите на MyBooks. Они молодцы в этом плане. MyBook. Действительно молодцы, но вы, я так понимаю, идете все-таки больше в сторону, как же эти украинские ребята называются, которые Summary продают? Украинские ребята, которые Summary продают? Ну, Summary, собственно, аудиоконтент. Забыл. Ну, мировой лидер Blinkist, знаете, да? Ну, есть Blinkist, есть GitHub Abstract. Но это только текстовое аудио Summary. Да. Ну, так в любом случае, микрокурсы, они очень, к сожалению, очень близки и к этой теме. И либо у вас идет апселлинг между двумя направлениями, либо у вас все одновременно сдыхает, к сожалению. Summary с микрокурсами.
имею в виду. Здесь идея в том, что производство графического контента, оно очень дорого, и поэтому ни Blinkist, ни какие-то абстрактные другие, те, кто занимается summary, пока еще не начинали на этом. И зарабатывать на этом не так очевидно, не так просто, может быть. Это первое. Второе, иметь такой продакшн в Германии, Blinkist из Германии, это прям безумно дорого. Больше безумно дорого. Вот. И здесь у нас есть преимущество в том, что мы экспортируем, ну, производим здесь и экспортируем это на Штаты, либо на Германию, либо на мир. Так, да, да. Есть сервис. Понятно, понятно. Окей, спасибо за комментарий, спасибо за вопросы. Немного выбились из тайминга. Вот, в любом случае, как это, все там дополнительные комментарии и вопросы можно будет задать Роме позже, там, или в чате написать, потому что, я думаю, Ром пока еще есть какое-то время будет. А сейчас я предлагаю переходить к следующему проекту. Это Святослав и проект Мерч-Мерч. Всем привет. Привет. Слышно? Да, слышно, видно. Так. Экран тоже видно? Пока еще нет. Вот теперь видно, да. Всем привет. Первый раз выступаю. Возможно, что-то будет скомкано, но постараюсь уложиться в 5 минут. Да, супер. Представляю, меня зовут Святослав Захаров. Я соучредитель и сооснователь компании IPPI Group, в рамках которой мы развили проект Мерч-Мерч, о котором я сейчас буду рассказывать. В двух словах о IPPI Group. Мерч-Мерч появился благодаря нашему 8-летнему опыту. 8-летнему опыту в двух направлениях, ключевых направлениях компании IPPI. Это производство, вот слева IPPI, и онлайн-конструктор U-Case. За 8 лет мы были большим производителем сувенирной продукции для корпоративных клиентов, научились производить разные товары, научились делать под заказ продукты и параллельно развивали онлайн-конструктор для заказа персонализированного подарка для себя, ucase.ru. Вот здесь по центру на слайде написано сервис-конструктор, то есть это большая IT-разработка, наверное, лучший в России конструктор по созданию персонализированного подарка для любого человека с большим количеством продуктов. Мы, ну, в какой-то момент мы решили, что нам интересно создавать собственные дизайны, нам интересно создавать собственный продукт. Мы пытались продавать его в розницу и успешно продавали, но потом поняли, что самый интересный рынок – это рынок блогеров и их аудитории. И так появился проект Мерч-Мерч. В рамках этого проекта мы предлагаем блогерам комплексное создание магазинов практически под ключ. То есть, по сути, от блогера нужно только поставить 2-3 галочки, и все остальное мы делаем сами. То есть мы изучаем аудиторию, мы быстро запускаем магазин за счет того, что у нас есть наработанное IT-решение U-кейса. Вот как раз здесь вот, ну, такое графическое, скажем так, представление, что как появился Мерч-Мерч. То есть первый проект, который мы сделали, был запущен с Юрием Дудем, магазин «Дудь-Дудь». Мы предлагаем полностью не только создание сайта, но и производство товаров, обслуживание магазина, колл-центр, хранение товара, дистрибуция это до клиента и ставить это на маркетплейсы. То есть, по сути, блогер только согласовывает какие-то моменты, которые мы с ним обсуждаем, больше ему делать ничего не надо. Вот. Рынок этот мы видим очень перспективным, и за вот эти 2 года, которые существует Мерч-Мерч, мы, ну вот из того, что в предыдущем проекте я услышал комментарий, мы как раз знаем, что это работает, у нас есть результаты, и мы, если сравнивать, то мы такой некий Uber для клиентов. То есть мы можем за буквально там день или два запустить магазин для блогера или для корпоративного заказчика. Как, например, вот здесь WebRF, это крупнейшая российская инвестбанк. То есть их задача была запустить магазин мерча для внутреннего сотрудника буквально там за 2 дня. С этим мы справились. От инвестбанка нужно было только там 2-3 согласования. Дальше я пробегусь буквально по рынку, буквально одним предложением, что во всем мире
есть небольшой рост одежды, но во всем этом росте видно, что мерч растет намного сильнее. Что в мире, вот эта оранжевая полосочка, что в России, тоже вот оранжевая полосочка. Вот. Трендов на этом рынке очень много, и, наверное, все существующие технологии захватываются и применяются в мерче. То есть мы видим на текущий момент показатели такие, что у нас есть оборот за год порядка 21 миллиона, у нас есть 5 разных разделов компании. Это логистика, это колл-центр, это производство, это IT-поддержка сайтов. И в каждое из этих направлений, по сути, как такой прототип большого-большого бизнеса. И как раз дальше вот я перехожу, какие у нас задачи и что мы хотим. То есть мы видим, что за эти 2 года мы опробовали большой бизнес. Мы сделали где-то 10 магазинов блогерам. Юрий Дудь, Красава, группировка «Ленинград», Евгения Медведева. Мы понимаем, как это работает. Мы понимаем, что в каждой из зон нашей компании логистика, колл-центр, производство, IT-поддержка можно очень глубоко и далеко копнуть. То есть можно развить роботизированный колл-центр, можно сделать онлайн-примерки для клиентов, можно сделать производство в конструкторе, чтобы за 2-3 кнопки клиент мог заказать там шмотку Юрия Дудя с каким-то своим персонализированным принтом. И мы понимаем, что это большой рынок, который нашей там текущей командой 30 человек довольно сложно запрыгнуть без поддержки внешней со стороны либо какой-то большой-большой команды, которой на рынке, я думаю, что нет, либо какого-то инвестора или там группы инвесторов. В принципе, это самый такой большой запрос сейчас, как нам развивать этот проект, чтобы достичь высоких показателей через 5-6 лет, потому что мы видим развитие, это не только производство в России, а развитие производственной площадки в Юго-Восточной Азии, дистрибуция всех товаров на маркетплейсы, которые мы производим, и развитие такой мультиканальной продажи всех позиций, которые есть на всех магазинах по всему миру. Вроде кратко все. Окей, Святослав, спасибо за презентацию. Постарался уложиться в тайминг, многого не рассказал, но надеюсь, понятно. Ну, если что, да, вопрос зададим сразу же. Вот я вижу в чате вопрос. Видели решение от YouTube для блогеров по мерчу и ссылка. Я, честно, по ссылке не совсем понял, что это. Ром, может быть, пояснишь, что ты имел в виду? Да, Святослав, приветствую. Мы просто, тоже в YouTube, мы тоже блогеры. Вот, из команды YouTube, из Лондона общаемся напрямую. А у них есть решение от YouTube, но только не на российском рынке пока, на американском, на там 10 стран еще. Когда мерч, именно такое же решение, но оно встроено в платформу YouTube. Это означает, что прямо под видео можешь купить там любой мерч сразу под видео ссылки. Вот, мне кажется, такой конкурент может быть вам. Поэтому. Так, я не знаю, видели, не видели это решение, что думаете по поводу этого? Я, может быть, видел, но это скорее они продают существующие какие-то товары. То есть об этом я немного в презентации написал, что, по сути, и в Тиндере продают мерч, и в Телеграме продают мерч, и там, в Твиче продают мерч, и в Фортнайте, во всех возможных каналах сбыта продают мерч. И это очень круто, до России это еще не очень доходит, то есть начинает доходить. И, по сути, вот в этом рынке мы, если были первыми, то уже сейчас туда начинают заходить активно, и нам надо торопиться. Вот, потому что мы уже все понимаем, и тот же YouTube, здорово. Наша задача, по сути, магазины создавать. То есть находить новых блогеров, находить новые магазины. У нас куча, прям целая карта блогеров, с которыми мы еще не работаем, а хотим работать, и которые там ждут работы с нами. Но у нас не хватает команды, потому что на создание условно одной коллекции там, для блогера Красавы, это там половина нашей команды на месяц закрывается на производство. А коллекции надо выпускать. Это же все-таки fast fashion, там Zara выпускает каждые 2 недели свои коллекции. Вот. Поэтому тут такая большая предстоит работа. Вот такое вот у меня мнение. Окей, Святослав. Давай, Ром, давай ты тогда.
Да, и так мы, я, честно говоря, не понял, вы как бы компания Fulfillment, там, которая занимается на стороне блогера, или вы все-таки пытаетесь развиваться как магазин? Ну, и мы... по деньгам сколько вам нужно? Первое, мы так, первое, что мы прописали, это 20 миллионов до конца года для того, чтобы осуществить текущие производственные задачи и расширить команду. Вот, то есть правильно тоже... я понимаю, сейчас ты приходишь как некий производственный, тоже продакшн-компания с IT какой-то, ну, даже не с IT какой-то разработкой, по сути, ты продакшн, в который в том числе входит и компетенция создания интернет-магазина. Ты приходишь к условному Дудю и говоришь: слушай, Дудь, у тебя огромная аудитория, давай-ка мы под тебя создадим какой-то мерч, Дудь в этом проекте участвует исключительно как нейминг, или он, например, приходит, или вы с ним, например, пилите косты на создание всего этого. То есть ты ему продаешь сходу вашу ценность, или все-таки ты ему продаешь возможность на этом дополнительно заработать, а косты кладутся на вашу команду? Понял вопрос. Ну, в рамках этого сотрудничества может быть и так, и так. С Дудем у нас не так. С Дудем вкладывается производство, мы получаем комиссионные. В целом так в большей степени есть. То есть мы fulfillment, мы создаем сайт, мы обслуживаем заказы, мы храним заказы, мы производим новые коллекции, мы отправляем эти коллекции, мы ведем всю коммуникацию с покупателями. По сути, от него это согласование всех товаров, согласование всей продукции. Но мы можем и заходить на рынок блогера и говорить: привет, там, не знаю, Виталий, ты крутой, давай мы сами тебе все сделаем, сами вложимся, там, не знаю, зарабатываем 50 на 50. Это если мы верим. Или, например, мы видим в ТикТоке сейчас какой-нибудь там очень-очень растущий тренд, мы заходим к ним, говорим: у тебя пока ничего нет, мы в тебя верим, давай вложимся в твой мерч. То есть, ну, разные схемы, условно, с Ленинградом не так было. Ленинград уже устойчивый бренд, у них все, огромная аудитория, мы как сервис. То есть мы берем их дизайн, производим продукцию, делаем магазин и обслуживаем. Они нам оплачивают комиссию, все остальное забирают себе. То есть для каждого блогера тут можно нарыть свою, как бы, такую, так скажем, комбинаторику опций. То есть мы можем быть как и fulfillment, а можем производство, а может быть мы и дизайн-агентство с производством и дистрибуцией, а можем только просто принять товары и быть дистрибуцией. То есть способов много, как делать. Мой тогда тебе совет: во-первых, если ты все-таки хочешь строить компанию с масштабированием большим и с привлечением там венчура условного в компанию, мне совершенно непонятна модель вот первого формата, когда ты выступаешь продакшеном и пилишь косты, значит, с блогером. Почему? Потому что, ну, ты правильно говоришь про fast fashion, ты не можешь со стопроцентной гарантией сказать, что у вас, как бы, ваш сток распродастся. И кто несет эти убытки, как бы, соответственно, это вопрос, наверное, коммуникации, договоров и каких-то историй, но на масштабе это все сложнее и сложнее сделать с точки зрения стока, в том числе в деньгах. Но очевидно, если вы бежите в сторону как раз IT-решения для, значит, для блогера, которому вы продаете подписку на интернет-магазин плюс аутсорс всевозможного фронтдека, плюс, возможно, еще возможность дополнительно продавать компетенцию в рамках, не знаю, там, толстовок, да, вы знаете, где их покупать, сколько они стоят. Вы понимаете процесс производства мерча, это тоже можете аутсорсить. Вот эту историю можно, наверное, масштабировать и ее быстрее продавать, и заработать там можно быстрее. При этом, при всем, тебе по факту не нужен рост такой команды. Вот на 30 человек на день сегодняшний где у вас будет потолок? То есть сколько вы максимум блогеров одновременно можете поддерживать и разрабатывать им какие-то коллекции? Ну, у нас сейчас порядка 20 проектов одновременно ведется вот этими там. Ну, там 30, это я с колл-центром, там, по сути, там производственная команда 10 человек у нас, 10-12 человек. Uh-huh. Вот, то есть это где-то на там 10-15, ну, максимум 20 блогеров, это вообще уже завал.
по сути, вот, наверное... И что сейчас мешает, например, вырасти вам в 10 раз за ближайшие там полгода? Нам мешает то, что мы не можем производить больше, потому что мы не успеваем вообще, в принципе, все это в этой команде произвести. И мы не можем привлекать новых блогеров и качественно с ними работать, потому что у нас не хватает продажников, но это легко нанимается. Но если продажник проведет блогера, то нам вот не хватает вот этих дополнительных, там, условно, 20 человек. А каждый из этих специалистов – это не просто, грубо говоря, какой-то там человек, который делает какую-то там типовую вещь, а это должны быть специалисты, которые компетентно тебе сделают классный продукт, который будет условно конкурировать с Zara на рынке, там, не знаю, спортивного блогинга. Вот мы сделали Красаву, почему я его поставил, потому что у него классные мерчи, вот мы сейчас производим, то есть это не такие мерчи, которые раньше были, которые там человек покупает и забывает, люди в этом ходят. Мы становимся потихонечку такими конкурентами больших брендов, больших ритейлов. Вот. А так как аудитория у блогеров большая, то, по сути, ну, это реально хороший такой большая площадка для конкуренции. И для того, чтобы соответствовать качеству брендов, надо иметь хорошую команду и дофига чего производить. В том же Китае, с которым мы работаем, там, ну, разгуляться только там, только зайди. И для того, чтобы нормально разгуляться, нормальные объемы, обороты, вот для этого всего нам нужна большая команда и большое количество оборотных средств. В том числе, чтобы иметь возможность на складе держать товар, а не там по 10 штучек производить, лишь бы купить. Вот. Ну, нам интересно в какой-то степени поучаствовать, поэтому у Кирилла возьми мои координаты, я думаю, что мы найдем общий язык. Отлично, я скину, хорошо. Да. А вот у меня еще вопрос, Святослав, а я правильно понимаю, что масштабирование, оно возможно, ну, вот в вашем случае, только за счет увеличения количества сотрудников? Или, возможно, какое-то качественное масштабирование? Ну, я имею в виду в том плане, что, не знаю, там, какое-то кардинальное изменение бизнес-процесса. Просто я вот сейчас сижу, думаю, как это возможно, мне ничего в голову не приходит. Хотел понять, какие у вас насчет мысли. Да нет, ну, возьмем даже, например, мерч Красавы. Его можно дистрибутировать в Спортмастер. Его можно дистрибутировать на маркетплейсы Amazon, Wildberries, Ozon. Его можно дистрибутировать в разные там ритейлы, какие-то заключать коллаборации. То есть даже на одном ассортименте, который уже готов, его можно там в разные использовать маркетинговые инструменты. Мы вообще не работаем с маркетингом. Наш единственный маркетинг – это реклама блогера. А его реклама – это, грубо говоря, там 2 поста в месяц. И за счет этого мы уже работаем и хорошо очень себя чувствуем. Но по сути, ну, в каждом из пунктов, которые я перечислил, можно развиваться и этот ассортимент уже продавать. То есть, условно, все футбольные фанаты должны видеть этот мерч и хотеть его купить. Вот, чтобы этим заняться, надо набрать команду хороших маркетологов. У нас пока их ноль. Так, а сейчас основное узкое место, оно в чем? Оно в том, что сложно очень быстро создавать качественный мерч для новых блогеров, или что сложно продавать тот мерч, который вы уже создали? Продавать-то он у нас, наоборот, не хватает все время. У нас все это скупают там за 1-2 дня. Мы только выпустим, давай заново производить. То есть тут не хватает людей. И, ну, основной затык, что вот с этими мы уже начали работать, на это мы потратили 2 года. Ну, выстроив схему, отработав все эти моменты. Вот. А по поводу... Ну, и куча процессов, которые у нас там есть, это ручной труд, они не автоматизированы. Там, я не знаю, работа склада, работа 1С-ки при осуществлении заказа, всякие онлайн-примерки, возвраты. Вот это все надо автоматизировать, добавлять туда какой-то экспертизы текущей и новинок, там, чтобы человек, не знаю, мог примерить шмотку в онлайне и не мучить нас там тысячами вопросов, как это там сядет или не сядет. Короче, куча процессов, которые можно ускорить, автоматизировать. И это даст тоже сильный скачок нам. Окей, да, спасибо, с этим понял. У меня вот еще один вопрос. А если, допустим, ну, не вы приходите к блогеру, то что вот он делает? Кто в данном случае ваш конкурент? Есть ли еще такие же компании, которые, как вы, условно, приходите к блогеру и говорите, а давайте вот, ну, сделаем какой-то мерч? Или если вы не приходите, то они там сами пытаются делать или вообще не делают? Какая там конкуренция на этом рынке?
На этом рынке пошла такая, я бы сказал, движуха, как уже, наверное, там полгода. Многие производственники лезут там, к своим знакомым блогерам, но они не понимают вот эту вот всю рыночную историю. Они, им, их в основном задача – это продать им какую-то шмотку. Вот. У блогера мало времени, сами они редко что-то ищут, если только там, ну, прям совсем им горит. В основном это производственники или компании-конкуренты, их там 2-3 таких более или менее сформированных, но мало кто делает такой fulfillment, и мало кто делает отдельные магазины. В основном все берут какой-то один источник и туда всех ведут. Типа там есть бренд «Мам, купи», и под нее всех загоняют. Но не каждый блогер хочет быть на одной площадке с другим блогером. Поэтому, ну, наше как раз решение, чем и хорошо, что оно простое, быстрое и такое кастомизированное. То есть мы как шаблон можем собрать, типа как, вот мы вчера обсуждали, типа как Тильда, только для полноценного такого магазина нормального. То есть мы можем собрать по кусочкам, сделать нормальный сайт работающий, сделать мобильную версию, сделать нормальный продукт, который отличается от других мерчей. Вот вроде так. А конкуренты, ну, если мы медленно будем двигаться, то там через годик-два люди обрастут клиентами, пониманием, потому что нам постоянно пишут, вот, а как вы это делаете, а как вы то делаете, там, а то, а сё, потому что мы так оседлали самых крупных рыб. Но уже, и правда, они, ну, наверное, за эти два года рыб стало побольше. Вот у нас сейчас задача Лапенко, например. Вот, Лапенко, Гудков, ну, то есть прям такие ключевые фигуры, с которыми хочется поработать. Для этого тоже надо ресурсы, надо прям делать им классные предложения, показывать, как это работает. Вот, но... Окей, понял. Коллеги, ну, в чате, кто-нибудь еще хочет задать какой-то вопрос или дать какой-нибудь совет? У нас вот осталось буквально там полминутки. У меня есть один вопрос. Можно высказаться? А можно? Алло. Вас только не очень хорошо, не очень хорошо слышно. Да, да, очень плохая связь. У меня вопрос, Святослав. Вот нас которые вам задавали, они все ходят вокруг одной темы. Вам, мне кажется, надо на чем-то сфокусироваться. Я толком так и не поняла, на самом деле, какую услугу в целом вы осуществляете. То есть вот я весь ваш спич, да, как бы прогоняла вообще в голове, как это можно. Вот у вас сильная сторона – это то, что вы интегратор. Вы снимаете потребность, вы делаете технику, да, как бы и знаете, куда отдать. Почему бы вам с кем-то не вступить, ну, так скажем, сотрудничество именно в производстве и не тратить на это ни время, ни свои ресурсы. Таким образом, вы можете, ну, так скажем, увеличивать продажи на уже привлеченных ваших блогеров и, собственно говоря, привлекать новых. Мне кажется, что это менее ресурсная, ну, ресурсоемкая какая-то модель и более сфокусированная, потому что сейчас я так поняла, что вы и производством занимаетесь, у вас люди отслеживают и эту поляну, и другую, и, ну, так скажем, нет такого четкого фокуса, что зачем идет и на чем, в принципе, акцентируетесь в ближайшее время. Ну, или, возможно, я просто не поняла, мне вот так ясно и не стало, в принципе, в чем ваш огонь, так скажем, основной. Наш огонь в том, что мы знаем, какой продукт нужно произвести для блогера. То есть мы подходим к этому процессу не исходя из того, что мы умеем делать, а исходя из того, что аудитория блогера будет покупать. То есть если к нам приходит там Family Box, это мерч детской семьи, у которой там 250 миллионов просмотров, мы не будем ей пихать взрослые худи, потому что они у нас лежат. Мы им предложим там слаймы и какие-нибудь там детские стикеры и водные пистолетики. Производство мы, как производители, с удовольствием бы ими не были бы, если бы на рынке был бы кто-то, кто готов предлагать весь комплекс решений по всем продуктам. Но таких людей нету. То есть, по сути, вот этот наш большой опыт производства в iPapaya дает нам возможность и с Китаем работать с производством, и самим небольшое производство иметь в Петербурге. И, по сути, ну, отказаться от него странно, потому что, ну, никто нам это качество не обеспечит. Можно, конечно, это сделать, но тогда надо кого-то взращивать. Потому что, ну, я не вижу
объемов-то у нас, объемы-то у нас большие, то есть нам, по сути, нужно, чтобы у нас кто-то быстро, постоянно производил. Кроме как мы, я не вижу, что кто-то это делал. А в чем наша сила? Так это в том, что мы полностью готовый бизнес, по сути, для блогера готовим. То есть приходит, вот давайте, на, не знаю, Филипп Киркоров, мы к нему придем и говорим, завтра у тебя будет работающий магазин. И будет готовый ассортимент, выбранные дизайны, которые нами же, нашей командой дизайнеров сделаны, нашими производителями произведено, и нашими же силами мы будем связываться с клиентами, принимать заказы, принимать платежи и доставлять до покупателей. Доставляем мы, конечно, транспортными компаниями, если не по Москве и Питеру, но черт его знает, как дальше будет, потому что с ними тоже не всегда все хорошо. Может быть, какую-то в этом направлении. Вы знаете, свою тему. Вот то, что вы говорите, тогда все-таки другая модель монетизации. Это тоже кто-то говорил, да, как бы из присутствующих ребят. Если вы полный цикл оказываете, вы являетесь и идеологом, и интегратором, и производителем, да, и, так скажем, вообще полный контур закрываете и, по сути дела, используете только имя блогера, то модель монетизации комиссии — это совершенно не то. Вы несете, все риски, вы несете вкладывание денег, да, и на производство, и на все подготовительные мероприятия, и имеете комиссию. Но мне кажется, это ошибочная модель с точки зрения именно полного цикла. Может быть. Окей, ну, я предположу... Да, Кирилл, можно я последний? Давай, я так предполагаю, что просто по-другому блогер, в принципе, работать и не готов. То есть ваш оффер выглядит... То есть ваш оффер... такой собранный, потому что блогер по-другому это все делать не готов. Поэтому вы ему предлагаете достаточно безопасную, как я понимаю, схему, когда он дополнительно может заработать, при этом при всем он несет очень малые риски и потери в рамках там своего бюджета, если вы закрываете все и зарабатываете только на попрет или не попрет. Насколько вы пробовали, в принципе, вот весь этот пакет продавать на сторону блогера? То есть вы ему говорите, слушайте, давайте так, вот вы там, мы оценили проект там в какой-то X. Ром, извини, прерву тебя на секунду, просто и так мы уже тайминг превысили, я предлагаю, что все вопросы потом уже отдельно задать тогда Святославу и уже в индивидуальном формате на все эти темы. Я могу на последнее ответить. Могу одним предложением ответить. Хорошо, да, я просто уже немного отвечал. Разные модели есть. Есть варианты, когда мы приходим и продаем полностью пакетом. Блогер вкладывает условно 2 миллиона и на выходе там зарабатывает 5 миллионов. Такие кейсы условно с Красавой есть. Частично некоторые проекты с Дудем мы так делали. То есть блогеры вкладывают без проблем. Чаще мелкие блогеры боятся вкладывать. Это факт. Там мы закрываем. Ну, звучит логично. Окей, Святослав, спасибо большое за презентацию, было интересно. Я думаю, что мы вот в рамках инкубатора сможем помочь, и все контакты там, Ромин, я вышлю, то есть, короче, будем на связи. Спасибо. Всем спасибо, спасибо за внимание. Вы слушали, да. Хорошо. Супер, спасибо. Окей, и последний проект на сегодня — это Иван, проект Coffee Map. Как отключить? А там где-то нужно нажать «отключить». Ну, либо я могу отключить. Сейчас. Все. Я отключил. Да, алло, друзья, меня слышно? Да, слышно, но пока не видно экрана, остальное, слышно, да. Так, сейчас включу. Вот, должно быть. Можно чуть-чуть погромче, а вообще слышно. Да, просто микрофон старый. Так, вот, у меня, к сожалению, не самая новая презентация сегодня. И, в общем, вот. В принципе, что у нас за проект? Coffee Map — это кофейный агрегатор с возможностью заказа кофе заранее. Проблема клиента. В первую очередь, это ожидание своего кофе. Человек стоит в очереди, он не хочет ждать кофе. Сейчас, к тому же, это в разы актуальней. Человек, в принципе, не хочет находиться в людных местах. Что мы предлагаем для решения этого? Это мобильное приложение, с помощью которого можно заказывать заранее в кофейне поблизости, в любой кофейне. Вот. Значит, также мы, о чем я еще сказал, про кофейное дистанцирование, то, что с помощью нашего приложения заказывать кофе и покупать вообще его безопаснее, потому что ты не находишься в людной кофейне, лишнее время не тратишь. Значит, это про то, что мы работаем одновременно, как и с клиентским рынком, продвигаем это среди гостей кофейни, также с самими кофейнями мы работаем. Вот.
Это про нашу бизнес-модель, про то, что мы удерживаем комиссию от заказа, который совершается через наше приложение. Так. Это про рынок. Это у нас сформулировалось немножко до пандемии. К сожалению, мы не успели обновить. Вот. До пандемии, что, значит, какие мы выводы сделали? Это про то, что кофейням достаточно интересен наш продукт. Мы общались с достаточным количеством кофейн. Мы пока с монокофейнями общались, потому что к сетям без продукта мы решили не лезть. Общались с монокофейнями. Монокофейням интересно этим заниматься, потому что они как-то так сами по себе не особо развиваются. Мы как заметили, у монокофеин зачастую не может быть, может быть, даже сайта нет. И у них там максимум какой-нибудь Инстаграм и не более. То есть монокофейни зачастую открываются такими просто вот людьми, которые хотят открыть кофейни просто вот, видимо, для себя или еще что-то. Они не всегда используют все инструменты, которые бы им помогали, и они вообще зачастую далеки от интернета. Вот. Значит, почему кофейням будет с нами удобно работать, здесь тоже вкратце описано. Потому что мы будем... Ну, у нас уже почти есть удобное приложение для них, но почему кофейни? То есть существовали такие же стартапы, но кофейни у них долго не задерживались, потому что и клиентов у них было не очень много, и они делали неудобную интеграцию с кофейнями, потому что, я думаю, многие знают, в кофейнях стоят планшеты такие специальные, то есть там Rekeeper, еще что-то, ну, какие-то системы учета, вот. И предыдущие похожие стартапы, они не использовали возможность интегрироваться в эти планшеты, и поэтому бариста, который стоял за стойкой, ему было очень неудобно смотреть то в телефон с приложением, то на этот планшет, вот. Мы научились интегрироваться в эти планшеты, и это из-за нашего приложения будет приходить сразу на планшет к баристу, ему будет удобно, ну, для него ничего необычного не будет. Значит, что еще хотелось бы сказать? Ну, с монокофейнями мы хотим начинать работать на таких бартерных условиях, чтобы они за интеграцию не платили, а отдавали это какими-то акциями, грубо говоря, товаром, чтобы они могли там какие-то баллы нам дать, еще что, чтобы мы могли быстрее нагнать аудиторию в эти кофейни, нежели бы они нам просто платили. Вот. Так. Это чем мы занимались тогда. В принципе, какие запросы и что хотелось бы узнать. Мы пока еще только начинаем. Мы сейчас рассматривали возможность получения... Ну, мы сейчас занимаемся первыми продажами только, заканчиваем приложение и интегрируем в кофейни. В кофейни мы начинаем с Васильевского острова, с нескольких монокофейн. Это кофейня «Смола» рядом с бизнес-центром «Смоленский». Мы с ними еще с самого начала, когда мы только в феврале стартовали проект, они уже тогда были заинтересованы, но, как и все, в принципе, владельцы таких заведений, они не проявляют никакую инициативу, пока у нас что-то не будет готово, поэтому мы долгое время как бы с ними не очень плотно контактировали. Сейчас мы уже начинаем гораздо больше общаться, потому что у нас же продукт появляется. Вот. Что, в принципе, мы хотим узнать и какой запрос. Это вот мы начали изучать, как даются гранды в фонде поддержки инициатив, который Бортник. Хотелось бы знать, может быть, кто-нибудь получал, может быть, кто-нибудь расскажет, как делать там какие-нибудь нюансы, может, подводные камни хотелось бы узнать. Вот. И, в принципе, наверное, фидбэк по проекту или что-нибудь еще тоже насчет инвестиций узнать хотелось бы. В принципе, вот пока так. Окей, Иван, спасибо за презентацию. Вот я помню, вы выступали 3 месяца назад ровно. Что вот за эти 3 месяца произошло? Я помню, тогда был фидбэк, там достаточно конкретный. В основном, я помню, там Рома задавал много вопросов в плане там стоимости привлечения клиента, там бизнес-модели и всего прочего. Вот за 3 месяца что у вас произошло по проекту? Ну, я вот вижу написано, что мы сделали CastDev, проблемное интервью, но это все процессы. А результат-то какой? Что случилось? Вот что тоже, да, важно рассказать.
получается, мы начали считать маркетинг и всякое такое. Мы еще с Ромой общались потом в Телеграме. Вот. Говорила, что у них был такой похожий проект в 2016 году, что у них это все не особо получалось. Вот. Что, в общем, важно? У нас маркетолог, который сейчас в команде, он имеет опыт в ресторанном рынке. Мы начали все это считать, и, в общем, с его предыдущего места работы осталась достаточно большая база клиентов, которые лояльны к Coffee to Go, грубо говоря. То есть там порядка 150 тысяч человек у нас есть. И дело в том, что у этих 150 человек это база чайной ложки. Может, помнит кто-нибудь такую сеть? Помню, я к тому, что так, что все-таки качественно по проекту произошло. То есть вот сейчас кажется, что вот момент после пандемии, он для вас, как мне кажется, благоприятный, потому что многие кофейни, например, там у нас вот возле работы есть этот, как он называется-то, забыл, неважно, вспомню, короче, кафе, там у них раньше можно было сидеть внутри, а теперь, естественно, нигде не посидишь внутри, поэтому ну, у них многие заказывают через интернет, но у них есть свое приложение, и там часто бывает, подходит что-то заказать, потом подходит человек и говорит, что вот у меня тут заказ на 10 кофе, я давно заказывал. То есть тема с заказом через интернет, чтобы прийти и забрать, мне кажется, она вот как бы сейчас находится на своем историческом пике, по крайней мере, у нас в России. А, что вы сделали за это время? Ну, мы сделали приложение, у нас оно сейчас пока тестируется, мы пока занимаемся тестируем, мы планировали прям релиз, делать приложение, но чтобы его релизить, нужно уже кому-то его продать, то есть хотя бы какую-то маленькую базу кофеен иметь. Мы прям конкретными продажами пока не занимались, у нас только вот кофейни, с которыми мы уже общались, которые уже готовы, вот мы им это поставим, а такими большими прям продажами еще не занимались, хотя, наверное, пора бы уже этим заняться. А, вот. И порядка, вот еще насчет продвижения всякого такого, мы провалидировали несколько всяких грубо говоря, стратегии, если можно так назвать. Опять же, посмотрели, как похожие стартапы выходят на рынок. Например, вот, наверное, что-то косвенно схожее — это самокат. Как самокат на рынок выходил, он предлагал скидку на первый заказ такую, то есть вот, мы хотим придумать что-то такое, но за счет кофеен как бы это все сделать, потому что, ну, чтобы кофеин не платила за интеграцию, она, как я уже выразился, может платить нам чашками кофе, по сути, а мы будем эти чашки кофе, грубо говоря, раздавать при первом заказе. Но там это надо немного по-другому делать, у нас все это, в принципе, расписано в этом плане, мы сейчас пока еще с конверсиями все это считаем. Получается, более-менее... То есть я правильно понял, что вы пока что никому еще ничего не продали? Никаких продаж не было. Ну, есть предпродажи, если можно так называть. У нас конкретно кофе мы еще не продали. Предпродажи. Ну, то есть у нас вот есть. То, что вы договорились со знакомым кафе о том, что если все будет работать, то они будут вам отдавать часть денег. Нет, ну, грубо говоря, кофейни, которые давно про нас знают, они готовы подключиться к сервису. Вот так я могу сказать. А конкретно кофе мы еще пока не продавали. Да, можно я тебе тоже добавлю историю? У нас в 2016 году у нас тоже было очень много заведений, с которыми мы общались, и все говорили: ребята, классно, вот как сделаете, подите, и мы были зеленые, и, наверное, такие же, как и ты, думали, что мы попали в точку. А потом это же заведение, когда мы все-таки выкатили все, сказали: слушайте, а нам не хватает одного, второго, третьего. Мне почему-то кажется не совсем разумно себя сравнивать с самокатом. Почему? Потому что самокат изначально это венчурный проект, он готовился под продажу, соответственно, какому-то большому игроку. Они стартовали, у них модель Darkstore, то есть у них бизнес-модель в принципе совершенно другая, нежели чем ваша. У них до сих пор в Яндекс.Лавке и в самокате сейчас все товары и все услуги субсидируются непосредственно владельцами. То есть ты, покупая булку хлеба за там, 30 рублей, там, условно, тебе доставляют ее столько же, сколько она стоит в магазине, или даже дешевле, за это платит Яндекс или Mail сейчас. В вашем случае это как бы никто за кружку кофе субсидировать не будет, это будете делать вы. Давай поймем, что просто... Я тогда тебе говорил насчет приложений, и сейчас скажу, чтобы свалидировать спрос и понять, кто же вы. Вы инструмент для... вы приложение для того, чтобы коммуницировать с каждой индивидуальной кофейней, либо вы все-таки marketplace, и там и математика будет другая, и экономика тоже будет другая.
потому что в рамках маркетплейса с тобой выгодно работать, если ты приносишь выручку в виде клиентов заведению. А если мы говорим про фудтек и про маркетинг и про АСО в мобайле, у тебя, ну вот, если я тебе скажу, что у тебя инсталл будет стоить в районе 50-60 рублей, а это только инсталл, который не гарантирует тебе никакую покупку, представь, сколько у тебя в конве, какая должна быть у тебя конверсия, чтобы хотя бы этого клиента начать окупать когда-то. Если там на цифре в 10 тысяч, тебе нужно положить, соответственно, 60 тысяч рублей сначала, чтобы у тебя это заинсталилось. Если из этих 60 инсталлов у тебя хотя бы 10 человек будут покупать кофе один раз в неделю через твое приложение, и ты будешь зарабатывать там порядка 30 рублей, посчитай примерную экономику, когда ты хотя бы этого клиента купишь. То все маркетплейсы, у них беда на входе, что ты должен субсидировать это. Ну и, наверное, все. Просто вот там мы в такой ситуации смотрели на тот же Uber, который там до сих пор убыточный, грубо говоря. Не смотрите Uber. У тебя Uber — это огромная индустрия, одна из самых больших в мире. Индустрия такси. Они приходили в индустрию такси. То есть перевозки уже существовали. Вы куда приходите? Что вы решаете? Uber как бы зашел в рынок такси. Ваш рынок — это что? Ваш рынок — это рынок кофе? Ну, да. Или ваш рынок все-таки это рынок тейк-эвэя? Рынок тейк-эвэя все-таки, да. С какой он? Посмотри, насколько он меньше, чем, например, рынок такси. Ну, весомо. Раз. Во-вторых, поверь мне, ну, с этим сталкиваются многие стартапы на ранней стадии. Вот эти ваши все фичи, вроде того, что вот ребята стоят сейчас с планшетом, а мы такие классные придумали, как без планшета. Нас тоже кучу заваливали вопросами. Слушайте, а есть интеграция с Айко, с Эркипером и так далее. Поверь мне, у каждой кофейни существует своя схема интеграции с всевозможными терминалами, и их как бы там достаточно много, и каждый тебе будет говорить, запилите нам как бы интеграцию с нами. И если бы реальная ценность была, и кофейни реально понимали бы, что они могут зарабатывать на тебе, он бы выделил либо сотрудника, либо время для того, чтобы принимать это все через мобильное приложение. То есть, когда они тебе говорят, что, слушайте, вот как бы было бы в приложении, мы бы этим пользовались, наверное, гипотетически, это показатель того, что на день сегодняшний у них боли никакой нету. И они заинтересованы исключительно в ситуации, когда ты им обещаешь продажу кофе. Но ты эту продажу кофе пока что сейчас выполнить не можешь, потому что там экономика очень плохая, а денег у вас немного. Причем это деньги там не сотни тысяч рублей, это десятки миллионов рублей, потому что у тебя юнит-экономика очень плохая на мобайле сейчас с вашей комиссией. Ну, надо считать. Я еще спрошу у человека, который у нас и нитку делал. Ее буквально вот вчера обновили. Надо будет смотреть. Пока что мне на это ответить, наверное, не на что. Ну, нечего ответить. Вот. Но тестировать все равно интересно, просто как бы вот то, что в 2016 году делали, мне кажется, тогда, чтобы кофейный бум начинался, тогда кофейни и так сами как грибы росли, а сейчас после пандемии ситуация другая, наверное, немножко. Вы сейчас пандемию, как бы, вы уже все, кто пытается запрыгнуть в историю с пандемией, уже опоздали, потому что она уже фактически закончилась. Мы уже реально живем в другой реальности, очевидно. Вы уже вот этот хайп прошли. Пандемию очень многие использовали как некий бесплатный формат маркетинга или очень дешевый. То есть клиенты, часть бизнеса, которые испытывали трудности в рамках продажи, в рамках обеспечения какой-то безопасности, в рамках новых каналов дистрибьюции, достаточно охотно общались с новыми какими-то идеями, которые позволяли им эти все вещи как-то автоматизировать, либо выручку как бы растить. В данном случае в вашем, ну, то есть у нас там ребята из Voiceback'а сейчас пытаются делать меню. Забудь про пандемию на день сегодняшний. Сконцентрируйся на рынке, который у тебя не сильно поменялся в рамках пандемии. Он так и останется. Это раз. Во-вторых, сейчас, очевидно, у тебя не сезон кофе.
То есть лето это плохой формат как бы для кофе. Сейчас жарко. Кто последний раз пил кофе из чата сегодня? Кто-нибудь пил кофе? Третий глиссе уговариваю. Ну вот, наверное, опять кофе – это история про ну, там, сезонность в том числе. И 7% – это прекрасная маржа. У нас была не маржа, а комиссия у нас была такая же. Но у нас, во-первых, чеки мы считали по юнит-экономике в районе 700 рублей. А у вас чек на кофе какой? Там, наверное, 150-200 на кубок. 150, да. Ну вот, я сильно мне интересно, как ты зарабатываешь 10 рублей, и, я так понимаю, эквайринг на твоей стороне или на стороне кофе? Наверное, на стороне кофе, в плане эквайринга пока. Еще ну, не вот мы рассматривали автоматический банкинг, просто, грубо говоря, чтобы чек сразу считался и сразу деньги делились, грубо говоря. Ну значит, скорее всего, это ты должен на своей стороне, там тоже тебя откусят, и даже если нет, при среднем чеке в 150 рублей ты будешь с заказа зарабатывать сколько там, ну, там 10 рублей? Да, в районе, ну, там 11-12, что-то такое. Блин, ну, вот, сложно понять. Прошу прощения, я просто никак тут не вижу на телефоне, где написать и где поднять руку. Иван, мы были просто как раз вот на трекшн-митинге, вот, ну, пару месяцев назад, да, наверное, даже 3, и у меня вопрос тот же самый остался. Я нигде не увидела и не услышала от вас, а в чем ценность для конкретного клиента? Ну, я вот еду, мне нужен кофе. Вот эту всю гипотезу вы протестировали, это вообще, в принципе, людям-то будет интересно по дороге, да, потому что да. Все остальное будет. Мы просто, вот, ну, мы как проблемы сейчас вообще обозначаем, грубо говоря, отсутствие цифровизации. Просто процессы, которые совершаются, ну, без цифровизации, они неудобные, длинные, если бы она была. То есть вот едешь ты в метро, допустим, ты понимаешь, что ты сейчас через кофейню 10 минут и одна станция, там на эскалаторе подняться, как бы, и ты хочешь кофейка там утром выпить, допустим, перед работой. Ты вместо того, чтобы там физически заказывать, ну, очевидно, будет очередь, потому что кофейня у метро и утром, ну, это просто не бывает такого, чтобы у нее не было очереди. Ты заказываешь заранее, потому что ты знаешь, когда ты там будешь, и тебе готовят, и на это время вообще не тратишь. Плюс, опять же, заказываешь заранее даже не утром, ну, не в час пик, все равно экономишь время. Плюс... Нет, это понятно. А вы это проверили конкретным опросом? То есть это все равно ваше видение, да? Там, я вроде на каком-то там древнем трекшене я показывал даже этот опрос. Не помню, у меня сейчас он где-то валяется. Там не так много ответов, но там где-то 300 ответов и процентов 70 людей, опять же, испытывают трудность в плане утренних очередей и испытывает трудность в плане заказа. Вот если, допустим, даже человек приходит в незнакомую кофейню, если это монокофейня, он может не знать их ассортимент. Ну, как бы ассортимент обычно у всех одинаковый, там капучино, там что угодно. Но также кофейню бывают всякие особенные с фишечками. Вот я сегодня буквально шел, у меня не так далеко от дома открывается какая-то гавайская кофейня. То есть там уже, наверное, тоже что-то особенное будет. Вот, и человек в приложении мог бы это все посмотреть. Опять же, такая тоже проблема решается. А если ты в незнакомой местности, и ты не знаешь, какие у тебя кофейни рядом, а кофе ты хочешь, то есть ты заходишь, ну, ты можешь, конечно, в Google Maps зайти, но можешь и зайти, так сказать, в Coffee Map, тоже посмотреть все это сразу. И с ассортиментом, и с ценами, и с отзывами, и со всем на свете. То есть, грубо говоря, мы определенно тоже кофейную экспертизу такую даем. В плане... То есть приложение будет одинаковое, уникальное, да, то есть клиент его просто скачивает, и ему доступны все кофейни, ну, вот, от GPS-навигатора в зависимости от того, где он просто находится. Метки на карте, да? Абсолютно, да. Метка на карте кофейни, у нее есть свое меню, у нее есть система отзывов, у нее там, опять же, может сразу заказать. Для потребителей это бесплатная опция, то есть плательщиком будет только, ну, заведение. Ну, да, и как бы через приложение платишь, опять же, сразу. Ну, через приложение ты тогда поведешь деньги через себя, ты не можешь это, соответственно, отдавать на сторону кофейни. То есть ты будешь закрывать на себя, твоя маржа будет падать, потому что эквайр у тебя минимум возьмет процент, а скорее всего больше. Плюс там у нас в российском праве эквайр работает достаточно сложно,
то есть там и с кофейнями ты должен подписывать дополнительный договор и так далее. Я просто, ну, хочу тебе напомнить, что в 2016 году, когда мы делали Таргу, и ты примерно сейчас говоришь то же самое, что говорил я, не знаю, может, ребята из Ингри сейчас узнают меня 4 или 5 лет назад, и мы все собирали в одну кучу и мыслили примерно так, как и ты, поэтому я-то, например, топлю за эту историю. Я верю, что это может изменить рынок, но с тех пор я поумнел и начал считать цифры. Вот вопрос следующий. В 2016 году, когда Delivery Club уже был Mail.com, они до сих пор выгружали меню и, значит, и кафе, они выгружали ручками. У них не было приложения для того, чтобы это делал мерчант. Почему не было? Потому что это делать сложно на стороне мерчанта. Он этого делать не будет. То есть вы должны закладывать и на операционку тоже эти косты. Да, с этим не просто, конечно. Вот тут я еще в чате вижу вопрос насчет контакт-кафе. Да, это, конечно, мы тоже хотели попросить. То есть если есть какие-то дружественные контакты кофеин, которые готовы на такие инициативы, и сколько для кафе, мы в первом кафе готовы, грубо говоря, это все бесплатно устроить, просто, ну, ради теста. Это у нас команда пока что работает на энтузиазме и на личных накоплениях какие-то, и мы личные средства в проект вкладываем, пока никаких инвестиций нет. Вот. А для кофе, для кофейни это пока что ничего стоить не будет, наверное. Просто так как бы, ну, для кафе, от кафе вам что надо? Допустим, да, вот у нас есть кафе дружественное, что мы ему говорим? Мы говорим, что нам от него нужно. Это, конечно, меню, определенные предпочтения, то есть как он. Ну, когда мы его размещаем у нас в приложении, мы общаемся, как он хочет лучше там выгрузить. Может, он какую-то позицию из меню не хочет у нас в приложении оставлять? Ну, я понял, да, к тому, что базово офер следующий, что вот вы делаете приложение, скоро его запустите, через приложение будете привлекать ему клиентов, 7% заказ забираете себе. Еще... Или как это выглядит? Ну, да, это именно так выглядит. И также мы пока еще мы думаем насчет абонентской платы, потому что как... Вот Роман говорит уже, то есть экономика там далеко не радужная. Как бы. Мы планировали тоже еще про какую-то абонентскую плату за то, что у нас кофейня в приложении, ну, чтобы поддерживать, то есть, опять же, люди занимаются этим, обновляют там меню у нас в приложении, еще чем-то, то есть определенные операционные действия происходят насчет поддержания кофейни в сервисе, и поэтому за это тоже предполагается, что кофейня будет платить. И... Также, что еще мы думали? Была такая идея собирать базу. Иван, извини, пожалуйста, мы уже так немного выбились из тайминга. Давай вот кратко, еще два вопроса есть из чата. Как вы смотрите на то, что сейчас Delivery запустил аналогичный проект «Закажи и забери на вынос»? Ну, как мы можем на это смотреть? Я даже не знаю, ну, огромный из рынка, так, наверное, конкурент уже, можно сказать. Посмотрим, как у них будет. Если у них будет все получаться, то это, наверное, нам даже лучше. Грубо говоря, идея, в которую не так много людей верит, будет подтверждена окончательно, что Delivery сделано. Окей. И еще один вопрос. Почему именно кофе, а не еда? Почему кофе, а не еда? Потому что кофе – это быстрая покупка, которая чаще всего делается на вынос. То есть еда – это в ресторане каком-то, как бы, ну, ты чаще еда сейчас тоже часто поесть. Делается на вынос? Ну, сейчас да. Просто мы проект еще до пандемии, грубо говоря, думали. А еда на вынос, вот у нас у маркетолога, грубо говоря, диплом даже в ИТМО, он писал насчет как раз-таки заказа еды заранее. Правда, это был какой-то год старый, ему там над ним посмеялись, сказали, кто будет платить по карте в интернете. То что сейчас, как мы видим, все поменялось. В общем, мы еду тоже рассматривали, но на еду есть... Насколько я даже знаю, приложение там шавермы вроде тоже можно было забрать. А, не, это было приложение, где шаверма похожа, как мы, только без функции заказа заранее. Вот, на еду мы тоже смотрим, но почему кофе? Просто потому что кофе чаще всего берут на вынос, и поэтому мы решили, что такая тема актуальнее. Да и плюс идея родилась конкретно кофе. Я просто замечал зимой очереди в кофейнях просто зверские. И как-то само. Окей, понял, хорошо. Ну, как это, контакт кофейни, я думаю, мы можем дать. Наташа, да, наверное, я так понимаю, если от тебя исходила инициатива, тогда это на тебе.
вот, там договориться с кем там, с Ваней или кто этим кафе занимается. Вот, ну и спасибо, Иван, за презентацию, спасибо всем, кто сегодня был здесь. Извините, что немного все затянули, но, тем не менее, всем хорошего дня, хороших наступающих выходных. Вот, если что, какие вопросы есть, можете мне писать, через меня могу там все контакты дать, нетворкинг устроить. Спасибо большое. Кирилл. Ага. Все, всем счастливо. До свидания. Пока.